Это экстренный влог. Хочу рассказать по-быстрому, вкратце, более подробно будет уже в готовом влоге, который я сейчас буду монтировать, но пока вот расскажу вкратце о том, как достал этот детский сад, как достали эти суды. Сегодня заехал за мной участковый, лично заехал. Лично завез меня аж в опорный пункт. То есть тут это нельзя было сделать, тут это нельзя было на месте составить. Мне надо было туда для того, чтобы составить на меня протокол по статье 17.3 «Мелкое хулиганство». Мелкое хулиганство. Не знаю, почему это мелкое хулиганство. Ну, почему по мелкому хулиганству был составлен влог. Короче. Полята Дмитрий Геннадьевич написал на меня заявление о том, что я что-то распространяю клевету или что там по поводу него. Что я сказал на Ютубе, опубликовал видео, в котором я говорю, что он бьет моих детей или моего ребенка. Ну и так далее. Короче, вот поэтому. А, еще он там написал, что я на YouTube выложил видео, в котором употребляю ненормативную лексику. В общем, завез меня участковый в опорный пункт. Там я пытался, ну, я с ним начал разговаривать. В итоге как получается? Уже клеветы у меня нету, не усматривается. Мы посмотрели видео. Клеветы у меня нету, уже не усматривается. Но есть маты. Причем почему-то не по заявлению были произведены действия, то есть конкретно была работа не по заявлению, в заявлении конкретно было указано, что вот на Ютубе размещены матерные слова. Хорошо, тогда берем закон о СМИ, начинаем действовать по закону о СМИ. По закону о СМИ мне должны там после этого выслать письменное предупреждение, там какое-то там министерство и что-то там. Я это письменное предупреждение получить должен там, и то на этом все. А у нас же милиция нас бережет, она делает все наперед. Видимо, преступников. Я самый опасный преступник в этой стране. У нас нечем заняться. То есть люди, которые пиво сейчас, когда меня везде перемирицы пили, они не сильно интересовали, а вот я злостный нарушитель. Меня привлекают по статье 17.3, по-моему. Это мелкое хулиганство о том, что я в общественном мате, в месте высказал эти матные слова. Это уже будет второе такое. Один сейчас суд идет, будет второй по такому же поводу. То есть не интересует, что я выложил их на YouTube. На YouTube это все не интересует. Конкретно мелкое хулиганство. То есть отпускаем YouTube, конкретно подъезд. Как мне вот надоедает объяснять, что мелкое хулиганство должно включать мою направленность о том, что как-то я не могу это сейчас так объяснить. Короче, должны присутствовать люди при этом. Если людей не было в подъезде, соответственно, у меня никаких действий, направленных на мелкое хулиганство, нету, потому что никто этого не видел. То, что уже видели на Ютубе, вы смотрите меня и так далее. Тут уже можно включить закон о СМИ, хотя тут тоже можно поспорить, оспорить, но я не буду ничего про это говорить, потому что это очень сложная тематика, мне лень сейчас в ней разбираться, я немножечко вник.
Там можно много спорить о том, что YouTube СМИ не СМИ, о том, что YouTube не является белорусским, даже если это СМИ возьмем, не белорусским средством массовой информации. И даже если еще что, мой канал, в принципе, тоже не зарегистрирован в Республике Беларусь. То есть он находится якобы на территории другой страны. Ну, в принципе, он находится на территории другой страны. То, что я снимаю свою личную жизнь, это мое право. Вот. Короче, получается, бесит то, что один человек, которому 31 год, вдумайтесь, 31 год, в голове детский сад, ему интересно что-то там меня подстрекать и так далее и тому подобное. Лучше бы не с детьми шел. Как мне надоело эту фразу говорить? Ладно. Бог с ним. Если человек не дружит там с чем-то, ну, пускай не дружит. Это его личные проблемы. Есть второй нюанс. Правоохранительным органам нашим, оказывается, нечем заняться. У нас все спокойно в стране настолько. Ребят, кстати, вот Беларусь, видите, настолько беспреступная страна, что у нас тратят милиция время на то, чтобы свою зарплату и так далее. То есть представляете, сколько они потратили ресурсов там на машине приехать за мной, завести в опорный пункт, потратить на меня час времени примерно на то, чтобы опросить, а до этого же допрашивали, еще опрашивали поляту и так далее. То есть тратит время на какую-то ересь. При этом, по моим заявлению о том, что полята что-то там, ну, короче, совершает противоправные действия в отношении моих детей, они присылают отписку, что, мол, проведена проверка. И они не обнаружили, ну, состава, никакого ни преступления, ничего, ни административного правонарушения. Все хорошо. Ребята, я вам скажу, вернее, обращаюсь сейчас к нашим правоохранительным органам. Лучше бы вы этих несколько часов времени, которые потратили на меня, на мои нецензурные выражения, которые, в принципе, никакого вреда никому не принесли, лучше бы вы потратили на то, чтобы прошлись хотя бы по соседям. Или пару раз неожиданно зашли к Екатерине Петровне. Вот я там находился неделю. Никто не зашел, никакая служба. Лучше бы вы на это потратили это время, на защиту детей. А когда к вам обращаешься по поводу защиты детей, это не ваша работа, вы заявляете. То есть ваша работа разбираться по поводу влогов на Ютубе, но не ваша работа защищать детей. Вы сами себя дискредитируете. О чем можно еще после этого говорить? Детский сад. Ну да. В принципе, получается, в нашей стране ответственность за наезд на пешехода может быть меньшей, чем сказанные слова на камеру. Потому что, когда ты наехал на пешехода, они списывают вообще на другую статью, на левую, и дают одну базовую величину. А когда ты говоришь слова на камеру, там получается минимальное, что там, наверное, я не помню, что за эту статью. Две, наверное, базовых минимальные.
В любом случае больше. Ну, если это доказать. Ой, при чем тут слова на камеру? Тут я что-то заморозил. На камеру ничего не будет за это. Это за в общественном месте, если я выскажусь. Ладно. Поэтому так и живем. Не удивляйтесь.